Игры, всем привет-привет-привет, продолжаем проходить, всем приятного аппетита и приятного просмотра. Так, где-то меня тут убили, где-то убили, так, где-то там убили, пошли туда, где-то в той стороне, да? Тебе-то лучше помнить, наверное, чем мне. О, что-то как-то ярко все стало, туман пропал опять кто-то самоубился. Не, я с тобой драться не буду, иди-то лесом. С тобой не хочу. Нет желания с тобой драться. Так, на мага я там уже обращать внимание не буду. А он все равно успевает кастануть на них, да? Что с ними происходит? Им плохо? Я не понимаю, откуда ты взялась. Что ты так смотришь на меня? Оу, май. Так, ладно, пока все попроще. Просто забираем и уходим оттуда, все. Опять кто-то самоубился. Да, когда-то я бы 3360 был бы рад. В самом начале игры за пару секунд я бы туда-сюда бы бегал бы просто и все. Ну а так в целом ничего интересного. Ничего нужного. Все, что надо, мы уже поймали. Все, что нужно, мы уже собрали. Я видел, тут можно, да, пройти. Давайте поисследуем эту часть. Звук что валяться будет? Так, ну здесь вроде ничего такого нет. Просто, походу, обычный спуск в Никс, и все. Не более, не менее того. Просто с мухами и все. А мух что-то очень много, кстати. Ну, кто еще на меня сагрен? Кто где кого? Отлично. Так, ну это мы оставляем точку. Ну, вот здесь где-то остановились. Что это? 1, 2. А, это куда мы еще не сбегали. И, соответственно, вот это. Пошли обратно туда. Вниз. Вниз. Разлом в каменном саркофаге. Если б я еще помнил бы, откуда я пришел, если честно, так. Ну, лошадь не призвать. А, все, вспомнил, да, здесь я что-то собрал. По-моему, я как раз оттуда сверху спрыгнул. Пошли дальше изучать, что могу сказать. Да? Куда идти-то хоть? Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Так. Опа, скелеты. Скелет, бросающийся. Анимация это не изменилась. С первого Dark Souls.
Ох, эти прекрасные деньки. Да попадет по его скелет, по его скелетной жизни. Так, ну допустим. Пока это не особо и сложно. О, кровотечение прошло отлично. Он еще и своих лупить умеет. Какой хороший мальчик. Так, и все я это сделал ради чего? Ладно, допустим. Окей, впереди сильный враг. Врага вижу. Где я хоть вообще? Я не понимаю, где, если что. Ага. Отлично. А? Что? Что вы сказали? Честно, вообще не был ни разу не похож на сильного врага, ну ладно. Я вижу, что там, да, вниз можно спрыгнуть, но что-то я пока туда не хочу. Не, здесь пока со скелетами хорошо и удобно. Тот что, все? Тот самовыпилился? Ну ладно. А этот не захотел самовыпиливаться. Ладно. Хорошо, допустим. О, еще и стамину можно снести со скелета. У скелета есть мышцы. Первый раз об этом слышу, правда. Так, сейчас заберем свою душеньку. Допустим. Многослойные кольца света. Многослойные кольца света. Многослойные кольца света. Да кто? Почему я никого не вижу? Кто где на меня сагрен? Объясните мне, почему я не вижу этого? Ты что сагрен на меня?
Что? Реально, кто-то сагрил на меня. Вопрос в том, кто и где он находится. Короче, пошите, сохранимся. Агр все еще действует на меня. Что самое забавное. Аж самое интересное, непонятно, кто и где на меня сагр. И до сих пор еще действует. В общем. Ближайшая благодать — привал в разломе. Если что, это внизу находится. Инвентарь. Многослойные кольца света. Выпускает многослойные кольца света, непрерывно наносящие врагам урон. Вера 36. Молитва тех, кто служил Микелле. Создает многослойные кольца света, которые летят вперед. Когда такое кольцо попадает во врага, он получает урон еще какое-то время. Накопление заряда увеличивает силу молитвы. Эту молитву, призывающую кольца света, изобрели вовсе не адепты золотого порядка, а последователи иного учения. Лайк, подписка, подписка, лайк. Так. Во-первых, вернем нашу осколок. Давай вот эту. Потом вернем наш... Не, давай сначала самое мощное. Уху-ху, теперь это я могу его использовать. Теперь повышает магический те, кто находится возле сигнала. Не, знаешь как? Сначала эту, потом вот эту, теперь вот эту. Теперь вот эту, потом, соответственно, где наши любимые камушки. Потом, соответственно, лечение повелителя. Мощное лечение. Наверное, вот это. Потом, соответственно, золотой обед. И все. Получается, все, наверное. Ну, наверное, все. А, подожди, огонь. Огненную вот эту фигню запускать. Где она? А как она выглядела? Вот это? Или как? Даже оно нет. Да отойди ты. Нет, огненный бросок — это не оно. Я чуть забыл, как эта штука называется. А вот он, походу, да, вот. Бурлящая магба, да? Да. Ну и этих парочку оставим. Как-то так. Вам погнали обратно. Я предлагаю пробежать этих скелетов, они все долго гнаться за мной не будут. Но это скелеты реально напоминают тот самый Dark Souls. Souls. Сообщение не требуется. Нафига только мы все запрыгиваем, ну ладно. Ну, для чего-то, наверное, и запрыгиваем. Вижу еще одну благодать. А вы кто такие? Что это такое? А, росток сладкой крови. Ну ладно. Зато я еще одну благодать нашел. Ой. Смотрите, сколько здесь зверей.
Походу дела дальше вход к боссу. Или нет? Давайте ради прикола зайдем или что? Так. Поставить блок попробовать, тогда без выноса сейчас не помешает. Прошу, придай мне смелости взлететь к твоим ногам, моя дорогая святая Трина. Вы серьезно хотите, чтобы я здесь сбэтменился вниз? Допустим. Что такое вообще? Так, дайте я хоть я разок попаду по вам. Хорош бегать, а? Гниющий рыцарь. Стоять! С тобой происходит. Я не понимаю, я в него попасть даже не могу. Ладно. Я... Типа все. А что, так можно было? Ладно. Так, ну ладно, у нас есть еще здесь куда пойти, но мы-то там еще не все просмотрели. Там было куда пойти. Как минимум два места еще. Или одно. Ну сколько-то было. А-а-а!
Самовыпил. Самовыпил никто еще не отменял. Ух. Так. Пузыри гнили. Пузыри гнили. Пузыри гнили. Пузыри гнили. Пузыри гнили. Пузыри гнили. Можно найти внизу. Около благодати. Около благодати. Пузыри гнили можно найти внизу. Около благодати. Благодать, которая называется разлом в каменном саркофаге, а благодать — привал в разломе. Это вот здесь. Инвентарь. Запускает врага большой пузырь гнилой жижи. Магия, использующая трупные соки из каменного саркофага, выбрасывает огромную массу гниения, которая омывает место приземления призрачным пламенем. Накопление заряда повышает мощь чар. В давние времена покойников сжигали в призрачном огне. Ко всем телам относились одинаково, даже к тем, что уже разложились до неузнаваемости. Лайк, подписка, подписка, лайк. Не, ну босик какой-то легкий был. Я думаю, вы со мной спокойно согласитесь в этом плане. Чересчур простой. Да хорош. О, лучники, а, лучники. Ну да, в такую голову несложно не попасть. До свидания. О, понятно. Меня больше всего интересует, кто здесь был сагрен на меня. Это на самом деле меня больше интересует. Так, ну здесь я все пособирал. Босса я там убил. Значит, тут все. Да? Кстати, то, что они здесь все преклонились, ну, вот это напоминает мне Dark Souls 3. Помните, там бабули такие с палками были. Мы все ниже и ниже куда-то спускаемся. Прям даже интересно. Блин, локация реально очень огромная. Прям очень огромная локация. Блин, ну босса я не знаю, если бы я сам бы с ним дрался, я бы его не прошел. Так, допустим. С
справочнику ученика Святой Трины. Выпить нектар. Кто ты? Что ты такой? И что мне это даст? Ну, здесь идти явно некуда. Давай выпьем, хорошо. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. О! И что это такое? Все, я сейчас умру. Я сейчас умру. Вы погибли. Но зато я нектар выпил. Хрен его знает, который что делает. Так. И что мне это дает? Ты мне дашь еще раз выпить? Или что? Ну, давайте ради прикола еще раз выпьем. Типа, я не особо понял, как я умираю, но дай мне еще раз выпить. Что он делает? Тогда, ладно, тогда все здесь уже получается. Я, короче, оставлю Святая Трина. Оставлю здесь, заберу сейчас свою душеньку. Душеньку свою заберу. Там пускай денег немножко. Но деньги я заберу все-таки. И пойдем наверх. Сбегаем сейчас вот в эти два места еще. Получается, да? А, кстати, здесь же еще что-то я пропустил вроде бы. Или я тут все собрал? Мне кажется, я здесь что-то забыл, да, вот. Могильный ландыш. И все. Кстати, а как сюда-то попасть? Подожди-ка. Стоямба, а я вот на этой красной части еще не был. Ну, с драконьей ямы все понятно. И как сюда я тоже попал, тоже понятно. Как туда наверх попасть? Ну ладно. Тоже поставим пометку, чтобы понимать, как туда попасть. Сейчас пойдем сюда. Что-то прям бочина разболелась опять. Ну, в любом случае, босса грохнули, что нет-то. Святая Трина, да? А может, я сейчас как раз как-то заберусь туда, да? А может быть и да. А может быть и нет. Во-первых, на этот большой гробик мы еще не забежали вроде бы. Или а, нет, забежали. Были. Ай, да что ж такое-то прям? Колят. Неприятненько. Блин, я уже столько в этом дополнении прошел всего, и этого, это еще не конец. Типа нет, я не расстраиваюсь ни в коем случае, но это классно. Они реально сделали очень классную игру.
типа сделали очень классное дополнение. Кстати, я вроде опа. Здесь я отрекаюсь от своих сомнений и колебаний. Опа, новая фраза. А, кстати, мне кто-то где-то написал. Или я где-то увидел. Сейчас мы сюда придем. Берем вот так вот, вот так. Надо сбегать в замок. Там, где Асхнапанхап. Так его, короче, звали. Вот. Так что давайте сбегаем. Я не помню, в какую сторону, где куда бежать. Начнем с этой стороны. По-моему, как-то так ближе. Так. Опа. Опачки. Короче. Склифосовский. Кому мы хотим помочь? Гольщице Леда? Или Ансбаху? Это раз. Во-вторых... Давайте выберем Ансбаху. Я еще вторым аккаунтом прохожу. Ну, в смысле, вторым персонажем. Фига у них хп просто. Я, если честно, у меня нет времени читать, но я думаю, вы почитаете. Где мы находимся хоть? А, кажется, понял, где. Как раз там чуть-чуть повыше. В общем, мы продолжили квест Ансбаха. Длинный лук Ансбаха. Руна Леда. Так. В общем, это здесь, где стоял Ансбах. Мы решили ему помочь. Инвентарь. Кука, 40 тысяч рун. А что так мало? Так. Пассивных эффектов нету. Ловкость 43. У меня, наверное, скорость выстрела большая. Оружие господина Ансбаха. Длинный лук с двумя кибитями и тетивами. Угу. А, ну да, смотри, там две. Так. Необычно для длинного лука, но им можно пользоваться так же, как и легким луком, при условии, что его владелец обладает необходимой ловкостью. Особый навык – верный выстрел. Поверните лук горизонтально, зарядите 8 стрел и выпустите их веером во врага. Лайк, подписка, подписка, лайк. Так... Пошли, пошли обратно.
пошли обратно. Обратно пошли. Пошли обратно. А, подожди, а этот еще стоит еще где-то? Стоять. Стоямба. Стоямба. Где-то он здесь был, да, нету его больше. Тут. А этот еще есть, да? Старуха. А слушайте, а Мурт мне, может, что-нибудь скажет? Уже тоже с этим? Ворота, ворота. С Бахом, или как его там? О, Микелы погас, но я буду сильным. Мы трудимся вместе, во благо Микелы. А, ну, у него, в общем-то, ничего нового. Не знаю, что делать. Наша мать бросила свой выводок. Она не любила нас. Мы ее дети. Что же нам делать? Неужели грустить вечно? Не думай об этом. Может, такова любовь Микела великодушна, любовь ко всем нелюбимым, любовь, что избавляет от боли. О, конечно, это для тебя, собирателя. Тебе благодарна. Справочник собирателей. Да, мы нелюбимые дети, будем навсегда избавлены от боли. Я люблю находить всякое для тебя, госпожи Леда, ее союзников и собирателей. Вещи приносят, понятно. Леда больше ничего не приносит. Не принесет тебе больше. Так. Пум-п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 ум. Крылья дракона. Ой, нифига, я только сейчас разглядел. Смотрите, это дракон. Ха-ха. Изображение дракона. Это же он? Это же он! Нифига себе! Так, куда дальше? Давайте сбегаем сюда, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Тут у нас целый ничего. Ладно, я ошибся. Не совсем уж ничего. Ага, не попал. Могильный ландыш 9. Просто в каком-то рандомном месте. Что? Что происходит? Что за звуки, а драки нету? Так, ну там вроде ничего нету. Давайте тогда сюда. Так, дерево какое-то, да? Ой, и что-то. Справочник ученика святой. Что это вообще дает? Добавляет новые рецепты. Они вот бутылочные рецепты не дают, да? Угу. Ну, явно вниз. Барон! Вот такой. Так. Опа, там рука. Там вообще берег какой-то. Это типа вот здесь. Да, смотрите-ка, это вообще вниз. Ой. Где-то из... Я убрал точку. Где-то вот здесь. Оп! Но, может быть, я еще туда как-то попаду. А может быть и сейчас, а может быть и нет. Я вообще хотел туда наверх как-то попасть, но только не вижу как.
Либо я просто солеп. Девять восемьсот прилетело. Не маленькие бабки. Опа. Крупный могильный ландыш. Окей. Вы мне предлагаете сразу вниз, да? Так, а туда я никак не могу попасть. О. Может, я где-то что-то упускаю? Здесь еще вот так можно было пройти. Точно, точно. А еще опять пальцы. Ладно, это уже в следующий раз. Я, если честно, я подустал. Три видео подряд записываю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на Рутуб-канал, подписывайтесь на Ютуб-канал. Все ссылки есть в описании. Рекомендуйте мое видео своим друзьям и товарищам. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока-пока-пока. Дзынь-дзынь-дзынь.